Добрый день, мои родные мама, Люся, Игорь и Леночка. Милые, простите, что я вам так долго не писал. Письма ваши все получал, за которые большое спасибо. Их, мои родные, очень мало. Как хочется почитать в свободную минутку ваше письмецо. Да еще такое, как вы пишете. После такого письма еще становишься злее. Еще больше желания сделать больше, бить сильнее эту гадину. Спасибо, милые, за такие письма. Я очень доволен, даже не знаю, как передать мою радость, что хоть через письма, но вы вместе со мной. Как хорошо, что вы все матери, сестры, братья, родные и близкие вместе с нами куете с нами победу. Это еще один из трех залогов нашей победы. Конечно, жаль умереть, но и в то же время хочется умереть, если твоя смерть приблизит час победы. Вы, мои родные, будете жить замечательно. Будете петь о нас замечательные песни. И будете с гордо поднятой головой говорить, что ваш родной сын, брат или дядя погиб честно в борьбе за Родину, за освобождение. Мои милые, мои дела хорошо. Только давно не получал писем от Коли. Да и сам ему давно не писал. Как милые ваши дела. Как мамочка твое здоровье. Пишите больше и чаще.